Финальный матч всероссийского турнира по имени футбола «Команда России» на призыв спортивного клуба «Коммунистической партии Российской Федерации». Сближаются команды города Вологда и города Тамбова. На спортивных площадках комплекса отеля «Аквариум» продолжаются матчи 4-го всероссийского турнира по мини-футболу на призы спортивного клуба КПРФ «Таланты России». И это главный и решающий матч, финал, в котором встречаются игроки Тамбова и Вологды. Представители Тамбова в красно-белой форме, их соперники бело-красные, и они на первых секундах игры в атаке. Уже прослушали вы составы. Я ваш комментатор Кирилл Земсков. Очень быстро, реактивно напомню, как свой турнирный путь команды прошли. 24 команды в соревнованиях наших принимали участие. Были они сначала разделены на 8 групп по 3 коллектива. По 2 лучшие из каждого трио выходили в 1/8 финала. И затем, уже играя на вылет, выясняли, распределяли по турнирным местам, по позициям, кто лучше, кто сильнее, кто на данный момент подготовился к 4-му в истории турниру «Таланты России». Первое нарушение правил в нашем матче. Для начала я вам представлю, даже перед тем, как вспоминать о турнирном пути Тамбова и Вологды перед этим ключевым матчем всех соревнований, представлю имя и фамилию арбитра встречи. Евгений Прохоров является единственным и главным судьей этого поединка. Человек, который, кстати, работает очень внимательно и передает свой довольно-таки богатый опыт детишкам различных секций. До этого я знаю, что Женя работал с детишками мини-футбольного клуба ЦСКА. Как обстоит сейчас? Слава богу, в наше время открываются и новые секции, и новые академии, и у детско-юношеских тренеров, работающих с детьми, с юношами, с молодыми игроками, все больше и больше возможностей. Ну, я тут себя поправлю. Иногда такие новые моменты встречаешь. Сразу двое арбитров работают на финальном поединке. Это встреча за золотом. А теперь буквально пару слов о том, как в группе и на предыдущих стадиях плей-офф играли команды. Вудзалисты. Игроки с нарушением правил совершил 12-й номер Тамбова. И это уже второй фоул красно-белых. Игроки Вологды со счетом 7-1 переиграли Тулу. Затем уступили Ижевску. Очень мощной команде. И, кстати, если оценивать составы, вот рассуждать еще о предтурнирных даже раскладах, не о предматчевых, а о предтурнирных раскладах, то многие именно команды Москвы и Ижевска называли в числе главных фаворитов. Влад Ахуков, игрок мини-футбольного клуба Мосполитеха, выступающего в высшей лиге, он играет за команду из Ижевска. Ну и вообще, Ижевск один из... Республика Удмуртия. Это то место, которое, как и Екатеринбург, как и Урал, как и Сибирь, Тюмень, можно
называть местом притяжения мини-футбольных и спортивных достижений. Но Ижевск на стадии 1-4 уступил Вологде 2-5. Получается, что обе команды, добравшиеся до финала, превратности судьбы и тот интересный регламент наших соревнований, они уступили на групповой стадии. Тамбов в самом первом матче проиграл москвичам 3-6. Затем сыграл ничью 4-4. Но из-за того, как ростовчане с ними во втором туре, команда Тамбова сыграла ничью, ростовчане с еще большим, крупнее уступили команде Москвы 1-8 по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В следующую стадию соревнований со второго места из своей группы вышли игроки команды Тамбова. И кто бы мог тогда подумать, что команда дойдет в результате до финала. В 1-8 Вологда 3-2 одолела команду Казани. Тамбов 5-2 переиграл ОМ. Тамбов обыграл своих соперников. А далее полуфиналы и те результаты, о которых мы уже говорили, называли их. И эти матчи вы могли без комментария, правда, но видеть в прямом эфире. Если будет такая возможность, отмотайте просто время назад, перемотайте назад плеер Ютуба, и тогда сможете насладиться большинством игр соревнований. Опасная атака захлебнулась, и контрвыпад уже Вологды. Самоотверженно и здорово здесь, правильно перемещаясь по площадке, сыграли в защите игроки Тамбова. И передача на дальнюю штангу, приходится хвататься за лицо, за голову. И потом, по инерции, выкатившись за пределы площадки, в рекламный щит врезался один из игроков в бело-красной форме, получив, по всей видимости, серьезное повреждение. Вологда 3-2 Тюмень обыграла тюменцев, которые в результате матча за третье место за бронзу 2-1 переиграли Ангарск и оказались в тройке лучших наших соревнований. Команда Тамбова со счетом 4-3 одолела Ангарск. Ну и сейчас приходится из-за такой продолжительной паузы время матча остановить. Хотя оно грязное, за исключением последних минут каждого из таймов. Кого бы я точно выделил, и вы это наверняка увидите и своими глазами по финальному матчу в составе команды Тамбова, Глеба Подковырова. Вот здесь, опять же, у нас протоколы написаны от руки. И Глеба Витиевато, его фамилия написана. Подковыров или Подковырков. Похоже, что я об этом узнаю только после турнирной церемонии награждения. Не удалось должным образом 22-му номеру Тамбова обработать длинную и точную передачу. Грудью ее пытался остановить мяч после такого паса Александр Иванов. У него еще раз 22-й номер, 84-й Максима Власова, 11-й Алексей Пугачев. Это я у составе Тамбова. Сергей Абашкин 13-й, 7-й Сергей Ермаков, 22-й Александр Иванов, Влад Финагин, голкипер команды. 1-й номер Сергей Харахорин, 4-й, 18-й Алексей Воловик и 12-й Глеб Подковыров. Для того, чтобы не обижался один из самых ярких игроков Тамбова в случае неправильного произношения его фамилии. У меня уже была такая история на турнирах. Уже четвертый у нас по счету турнир «Таланты России». Момент у Вологды в игре. Голкипер намертво, причем выловил этот мяч. Голкипер тамбовской команды. Была такая история, когда и вовсе у меня на руках так получилось. Иногда бывает. Носящий полулюбительский статус в соревнованиях, когда у комментатора и вовсе нет состава, и мне на свой лад пришлось называть игроков. И сейчас именно 12-й номер Тамбова забивает. Еще раз услышим его фамилию для того, чтобы уже по варианту диктора называть Фалкао Тамбовского.
разлива. Хлеб Подковыров. Будем тогда доверять диктору наших соревнований. Под 12-м номером. Это вообще не только номер Фалкао, а целая династия бразильских супер игроков футзальной сборной, становившейся много-много раз многократным чемпионки мира. Бразильская школа является главной и в современном, и вообще в целом в истории футзала. И 12-й номер у бразильцев передавался из поколения в поколение и стал, как десятка была священной в футболе в свое время, так и 12-й номер именно в бразильском футзале. Под ним играли и Вандеры, и Кавину, и после уже, после его получил Фалкао. А у Тамбова под 12-м номером играет Глеб Подковыров. Во многом благодаря его усилиям команда Тамбова в полуфинале одолела, совершила камбэк. В том поединке одержала волевую победу над Ангарском. 4-3 в том матче. Тамбов победил. Вологда теряет мяч. Он был перехвачен защитником Тамбова. И здесь хорош голкипер Вологодский. У Вологды место в воротах занимает... Пытаюсь это определить по заявочному листу. Здесь отдельно почему-то не обозначен вратарь, а человека под первым номером нет. Поэтому сейчас уже точно скажем, Дорофей Градов, 65-й номер, является голкипером Вологды. Ни у того, ни у другого коллектива запасных вратарей нет, насколько мне видно отсюда. Хотя, взглянув на скамейку запасных Вологды, обратил внимание, что... Еще один человек, он, в отличие от всех остальных полевых игроков, он в красной майке сидит на скамейке запасных, а значит, в случае чего, Дорофея Градова готов поменять. Полевые игроки Вологды, 4-й номер Денис Беседин, 5-й Антон Мазалецкий, Антон Колесов, 11-й, 2-й Алексей Шихов, 9-й Игорь Грудов, 14-й Андрей Жилин, 8-й Антон Жилин, 10-й Вячеслав Смирнов и 22-й Максим Дедюрин. Из тех игр, что видел в составе Вологды, но прямо какого-то супер выделяющегося игрока отмечать не буду, в отличие от Тамбова. При этом коллективный, командный футзал, стараются игроки из Вологды демонстрировать. Здесь нет ставки на определенных ярко выраженных исполнителей. В принципе, ее нет и у Тамбова, но уж слишком красноречиво действует тот же Подковыров. И, наверное, можно еще и к нему добавить 22-го номера команды Тамбова Александра Иванова. Но Глеб Подковыров, я не исключаю, что и где-то наверху в списке лучших бомбардиров соревнований идет и претендует на это звание. Нарушено правило. Оказался на паркете Максим Власов. Это человек, я просто обязан эту историю рассказать, он на руках стоял, именно на руках в конце разминки перед этим финалом. Я не знаю, как это качество, такая эквилибристика спортивная ему поможет в финальном матче, но совершенно точно у Максима Власова с координацией полный порядок. И если что, он в особенности при розыгрыше угловых, если бы это был большой футбол, он мог на руки встать и попытаться как-то пятками пробить или через себя это сделать. Но поживем, увидим. Возможно, и это заготовили и Власов, и его партнеры по красно-белой дружине из Тамбова. А пока инициативой владеет команда Вологды. Все подступы к воротам Тамбова закрыты. Немного на игру вторым номером. Контратакующую модель. Перешла команда Тамбова. И желтая карточка.
Четвертый номер Тамбова ее получил. Сергей Хорохорин. И, безусловно, преимущество команды, которая уже успела по ходу финального сражения выйти вперед, является и фактор глубины скамейки. Численного состава, потому что сейчас на скамейке запасных находится 5 футболистов в игре Галкидар Вологды. Каждый из них готов выйти на площадку, внести свою лепту в итоговый результат. Для сравнения, у команды Вологды 3 запасных, трое полевых игроков именно, и еще один голкипер. И мы видим, как Тамбов по большому счету меняется 2 четверками на момент у Вологды. Не хватило роста здесь 10-му номеру Вологодской банды. Да, как же так. Вячеслав Смирнов все правильно сделал, добежал до конца, продлевал штангу, как говорится. Есть такое выражение в футзале. Иванов. Выжил максимум за работу угловой. Здесь судьи позволяют где-то и побольше времени потратить на то, чтобы к мячу подойти, потому что последние минуты и во время последней минуты каждого из таймов время чистое. При аутах, при нарушениях правил, при стандартных положениях время это останавливается. Завершен первый тайм. Минимальное преимущество Тамбова 1-0. Команда переигрывает Вологду. И я пока у нас небольшая пауза. Расскажу о вчерашнем первом игровом дне, когда прошли матчи группового этапа игры 1/8 финала. Представлю всю географию наших состязаний. 4-го в истории всероссийского турнира по мини-футболу «Таланты России» на призы спортивного клуба КПРФ. География на феноменальное, но сейчас небольшую паузу сделаю и представлю ее. Сейчас пообщались со скаутами, и они тоже выделяют 12-го номера в составе Тамбова. Ну, теперь уже будем связываться с другими отделами, узнавать возраст ведущих игроков команд финалисток. Ну, а я географию очень быстро назову. Регионы, города представлены в 4-м розыгрыше турнира «Таланты России». Тюмень, Ростов-на-Дону, Владимир, Ижевск, Казань. Республика не Коми. Также у нас представлена Омск, Северодвинск, Пермь, Калмыкия, Воронеж, Башкирия, Махачкала, Новосибирск, Вологда, Москва, Тамбов, Ленинградская область, Архангельск, Липецк, Мордовия, Ульяновск, Курган и Ангарск. Даже слегка заговорился. Ничего страшного. Возобновился финальный матч. Первая минута подходит к своему завершению. 1-0. Минимальное преимущество. Можно было догадаться и сделать даже такую ставку, что в финале вряд ли мы увидим массу голов. Много результативных моментов, потому что ставки слишком высоки. 2 тайма по 15 минут. Еще и грязного времени. То есть, если это перекладывать и как-то примерно считать чистое время, которые игроки находятся на площадке, я думаю, получится где-то от 10 максимум до 12 минут. В зависимости от того, насколько быстро они затем возвращают мяч в игру. И здесь Александр Иванов принимает мяч на позиции столба, но затем в защите. Очень четко, внимательно и плотно против него сыграл игрок, не реализовавший прекрасный момент в тайме первом. 10-й номер Вологодской команда. Стоп!
главой. Вячеслав Смирнов. Быстрая комбинация. Мяч попадает в Александра Иванова. И плотно, контактно друг против друга сыграли. Но плечо в плечо. Это мужская борьба. Это разрешается правилами сверхконтактного вида спорта. Нашего любимого футзала. И подкаты разрешены. У нас еще очень любопытно и интересно получилось в этом сезоне, что в финале встречается команда, представляющая Север. Север России, Вологда против Южан и Стамбул. Прострел. Блокирует. Седьмой номер Тамбова. Еще мгновений ранее мы его видели впереди в атаке Сергея Ермакова. А теперь он уже, стелившись в подкате, очень опасную передачу прервал и перевел мяч на угловой. Заброс. Под стать профессионалом мини-футбольным. И другой гол забивает Вологда. Помог немножко рикошет от головы защитника. Тамбова подыграл он таким образом. Но как скоординировал свои движения. Приложился к мячу. С лета. Второй номер Вологды. Поздравляем. 1-1 ничья по ходу матча. Алексей Шихов. И теперь он еще здорово диагональную передачу выполняет. Бразильские номера пошли. Цирковые. Но это для меня совершенно неудивительно, потому что на разминке перед игрой игроки обеих команд и рабоны выполняли, и другие, казалось бы, тяжелейшие для в основной своей массе игроков. Любителей или полулюбителей, полупрофессионалов. Ну, смотрите, что перед своими воротами при ничейном счете себе позволяет Ермаков. А до этого 14 номер Вологды. Андрей Жилин жонглировал мячом, удерживая его у себя в ногах. Сейчас момент возник после потери при выходе из обороны. Вы слишком рано начали прощать схему своих действий. Вот эти длиннющие забросы на столба использовать. Мы видим, что через средние и короткие передачи не могут игроки Тамбова выйти из-под прессинга соперника. Приходится включать здесь и индивидуальные усилия. И от этого возникают вот такие грубые ошибки. Но, впрочем, той же монетой отрицательной, черной монетой игроки Вологды. Потом полумомент возник у их ворот. 10 минут с небольшим до завершения матча. Какой финал мы с вами видим? 1-1. Все правильно, делал в касании, не сближаясь с вратарем, для того, чтобы поймать того голкипера Вологды на противоходе, под опорную ногу пробить. Другой вопрос, что технически не исполнил то, что задумал седьмой номер Тамбова. Я успел в перерыве, в небольшой паузе матча, перекинуться парой слов со скаутами, специалистами, работающими на наших состязаниях. И вот внешне, чисто внешне, 12-го номера тамбовской команды, лидера «Артак» Глеба Подковырова сравнили с молодым Павлом Чистопуловым. А я сейчас, Подковыров действует на левом фланге атаки своей команды. Он мне лично еще больше напоминает Сергея Абрамовича, 13-го номера, игрока и мини-футбольного клуба «Тюмени», и сборной России по мини-футболу. Такие интересные аналогии у нас проводятся, так что оказалось, Подковыров это не Фалкао, это Абрамович или Чистополов. В лучшие свои молодые еще времена, молодые годы, когда Павел Чистополов и Кубок УЕФА выигрывал с Виссенарой, с екатеринбургским коллективом. Ну а сейчас, в этом сезоне, кстати, отличившись в матчах финальной серии против «Газпром» Югры, Павел Чистополов выиграл серебряные медали. Так что есть еще у Чистополова порох в пороховницах. Причем Тамбов, Подковыров. Подковыров обыгрывает один в один, бьет с левой ноги.
критики бы сказали, что Фалкао с левой бы пробил поточнее. Но зато как обыграл. Здорово корпусом раскачал защитника. Иногда даже мяч трогать не нужно и в футзале, и в футболе, в любом игровом виде спорта, для того, чтобы соперника обвести. И взглядом, и корпусом, различными движениями. А теперь Александр Иванов великолепен в защите. Считает сам 22-й номер, что последним мяча коснулся игрок Вологды, и новое мнение арбитра. Уже готовы у нас кубки, памятные награды, трофеи, которые попадут в руки и лучшим в индивидуальных номинациях игрокам и командам. Ошибается Подковыров. Сам же бросился свою ошибку исправлять. И сделал это. Есть момент у Вологды. И мяч попадает в сетку. Это 14-й номер вологодской команды. Андрей Жилин. Мне казалось, что уже атака захлебнулась. Излишне долго готовил прострельную передачу. Или удар по воротам партнер Андрея Жилина. Но череда серии рикошетов вернула мяч бело-красным. И Жилин. Андрей Жилин. Есть еще и Антон в составе Вологды. С правой ноги, с близкого расстояния послал мяч в сетку. Точно в цель. 2-1. Впервые в финальном матче Вологда выходит вперед. И теперь нужно уже рисковать Тамбову. Ковыров пока на скамейке запасных. Он продышаться. Сменился для этого, чтобы свежесть, кислород получить на концовку матча. И мы видим, что нет особых адресатов при выходе из обороны. В который раз это происходит. И здесь я выделю командные перестроения, как грамотно игроки Вологды перестраиваются без мяча. И каждый с каждым. Здесь смешанная такая и зонная защита, и персональная. Каждый игрок в своей зоне ответственности правильно выполняет необходимые передвижения. И из-за этого такие проблемы, трудности при выходе из-под прессинга. Опять у мяча Вячеслав Смирнов. Он обычно выполняет стандартные положения. И, кстати, отыгрались после углового от Вячеслава Смирнова. Передачу тогда получил, вспоминая, второй номер Вологды Алексей Шихов. Шихов и Андрей Жилин. Авторы двух голов. Возможно, золотым отливом для Вологды. Но еще есть время. У Тамбова более 3 минут для того, чтобы отыграться. Да. Мяч на видении все-таки упустил игрок бело-красных. Ковыров. Алексей Иванов, в единоборстве, в борьбе за позицию, потерял равновесие. На другом месте площадки Тамбов заработал штрафной. Ермаков. Иванов получает таки передачу. Что дальше? Ну вот он, Иванову где-то не достает разумных, правильных, логичных движений и решений на площадке. Открывается неплохо, а затем кто под него откроется? Подковыров сейчас неплохо и на дальнюю штангу. Да, вот здесь никаких вопросов, может быть, только последняя передача получилась слишком сильной. Со всех ног, изо всех сил здесь ускорялся Сергей Ермаков.
Баранов нарушил правила. Два матча в группе, затем одна восьмая финала, четвертьфинал, полуфинал. Пять игр команды провели. Три вчера. Почему пять игр? Шесть. Шесть, конечно же. Одна восьмая, четвертьфинал, полуфинал. Учитывая финальную игру. Вчера три матча. Ну, я почему-то здесь не учитываю, да, игру 1-8 финала. Первая стадия плей-офф. А тем временем рядом со штангой Подковыров пробивает. Там было касание защитника Вологды. И совсем скоро пойдет последняя минута кульминации игры. Мощная, резкая прострельная передача. Уже истекали 4 секунды, которые отводятся на розыгрыш стандартных положений. Неважно, угловых, аутов, штрафных ударов. Какая передача пяткой, могут точку поставить игроки Вологды. Нет, спасает, сохраняя шансы. Вот там Боба голкипер. И передачу вот эту пяткой искусную, эстетскую выполнил Андрей Жилин. Превращается в героя. Уже на последней минуте время останавливается. Забросная Иванова. Мяч у Тамбова. 5 метров нужно попросить, иначе не отойдет защищающийся игрок. Быстрый розыгрыш. Скидка назад. Подковыров. И есть удар! Но блестяще действует голкипер Вологды. Какие моменты у нас в конце возникают? Графий Градов. Пятого полевого выпускает Тамбов. Не вовремя пошла эта смена. Потому что, не заметив этого, словно играя в 4 полевых, игроки в красно-белой форме быстро разыграли угловой. И даже не ждали. Команды не последовало со скамейки запасных, что меняется вратарь на пятого полевого. Уже риск, ва-банк. Идет Тамбов. Другого не остается. Команда уступает 1-2 на последних секундах финального матча. Четвертого в истории розыгрыша всероссийского турнира «Таланта России». Нет гола. И по пустым воротам. И здесь не точно. 5 секунд. 5 секунд, кричат болельщики Тамбова. Нарушение правил. Непонятно, зачем здесь было тащить мяч, когда остается 5 секунд. Ермаков какие-то метры выиграл, но при этом потерял 2 секунды. Ведь можно было сразу туда грузить. Что сейчас Подковыров делает? И это... Все! Нет еще. Или прозвучал финальный свисток. Команда Вологды впервые в своей истории выигрывает золотые медали в наших соревнованиях 4-го розыгрыша всероссийского турнира «Таланты России» на призы спортивного клуба КПРФ, мини-футбольного клуба КПРФ. Теперь мы с нетерпением ждем церемонии награждения. Вчера для торжественного открытия наших состязаний сюда приехали игроки основной команды первого состава КПРФ, состава выступавшего и продолжающего эти выступления в Суперлиге. И приехали ребята из КПРФ-2, с Красной гвардии. Ну, конечно, главные действующие лица и компартии, и спортивного клуба КПРФ, все здесь.
Друзья, ждем начала церемонии награждения. А я, ваш комментатор Кирилл Земсков, на этом прощаюсь. Благодарю за то, что на протяжении 2 дней следили за нашими соревнованиями. Всех участников им огромное спасибо за то, что приехали в Москву, по большому счету. Ближайшее Подмосковье, и в который раз уже приняли участие, позвались на призыв спортклуба КПРФ. Сейчас команды главные, победители, а победителем я и всю тройку, да и даже всю четверку отнесу наших соревнований. Напомню, что золото досталось впервые в истории турнира команде Вологды, второе место у Тамбова, третье у Тюмени. Тюменцы в 2015 году становились чемпионами, первыми. Тогда прошел дебютный розыгрыш наших состязаний. И четвертое место у команды Ангарска. Много было неожиданностей и сюрпризов, в частности, поражение уже в 1/8 финала команды Москвы. Других немного результатов ожидали и, наверное, от команд Ижевска, Ленобласти. Но тем и хорош, тем и интересен мини-футбол. И я бы даже это не связывал с хаотичным форматом состязания. То, что 2 дня подряд играли команды. И при этом регламент, естественно, матчи были не столь длинными, как продолжительными, как на профессиональном уровне. Играли 2 тайма по 15 минут грязного времени. А скорее свяжу с тем, что мастерство, уровень игроков растет из года в год. И это чувствуется, появляются новые звездочки. И пускай немногие из них получат затем свой шанс проявить себя, приехать на просмотр в клубы системы мини-футбольной команды КПРФ. Я думаю, что кого-то из них, самых ярких игроков, мы увидим и в коллективах, которые выступают в высшей лиге, в других соревнованиях под эгидой ассоциации мини-футбола России или региональных турнирах. Этих игроков мы уже сегодня запомнили и по именам, и по фамилиям, и даже по манере игры. Так что хороший, долгий путь, профессиональный путь уже в различных российских соревнованиях. А теперь все внимание на центр площадки. Медали, призы, индивидуальные награды. Все это совсем скоро на наших с вами глазах и на ваших экранах.